Что у вас тормозит? Да? Да. Сам виноват. А что ты перепуган? Я не перепуган, я замерзший. У меня печка не работает в машине. Так, а что не хотят? Ничего не хотят. Наоборот, помощь предложили. Помощь предложили? Да. Они? Да. А какую помощь предложили? Да, ну, видят, что я замерзший, получается. Вот, ну, давай не будешь обманывать. Я что ты обманываешь? Я не обманываю. Я серьезно. Какую они помощь предложили? Меня, для начала, они меня прокурили. Потому что, вот, смотрите. Самое элементарное. Выслушай меня для начала. Я сейчас сперва с людьми. У человека сел аккумулятор, мы подъехали, его всего трясет. Он погрелся у нас в машине, мы его подкурили. Провода. А ну дыхни. Да блин, ну ты что, издевайся. С 92-й бригады пацан нормальный, ну, адекватный. Посмотри. Да послушай, пограничников оформляли. Ну что ты мне Мы оформляли? Да при чем тут вы? Ну я тебе вот говорю. Если есть возможность, давай поможем вместе. Давай дотянем до заправки. Посмотри. Да ну я же не тут трасса. Есть, трос. И тогда дотяни. Не, ну ты подошел. Конечно, я подошел. А что у вас там, видеокамера установлена? Да ты что же ее смотришь? Нет, тут как бы без всякого. Наоборот, посмотри, он замерз, бедняга, вообще. И бабок нет на бензин, чтобы заправиться. Вообще ничего нет. Да наоборот, сейчас он. Я же говорю, единственное, чтобы сейчас попроситься позвонить, вот там вот у меня знакомый. Мы уже думали в военных пацанов остановить. А ты счастье? Да, да. Откуда? А что, коллег нету у тебя, чтобы позвонить? На машине никого. А что ты грязный? Чинюсь. Сейчас покажу. Хорошо, объясню. Идемте покажу. Что, оно тебе не заводится или что? Аккумулятор. Тебе дать прикурить? Мы дали прикурить. Да пока мисс не надо. Я сейчас... Уже закончился бензин. Я сейчас пока мисс ее оставлю вот так вот. Пусть стоит тут. Да. Куда тебя довезти надо? Давай тебя довезу. В банк. Какой? Сюда? Приват, да. Ну поехали, я тебя довезу. Сейчас документы возьму. Как появятся вопросы, конечно, я... Все нормально? Пока да. Все пока, не может быть у вас все хорошо. А у вас? Возможно. Мне просто интересно, вот эта видеокамера, это вы всю тут это по видеокамере ходите? А ну, дайте я посмотрю. Это выдало кто? Райотдел выдал? Ты же запрос сделал. Ты же запрос сделал. Вот это. А ты паспорт, наверное, возьми с собой. Есть, есть, есть. Или за этот военный. Я уже взял. Я же с собой. Тебя потом сюда привезти? Навезешь? У меня машина просто, как сказать, конструктор хороший. Просто вот недавно взял. Скажи мне, они подъехали с какой целью? Ну только честно. Ну, честно, я нарушил правила. Я просто видел, не заметил, что то есть желтого перепрыгнул уже на красный. Ну допустим, дальше. Они меня остановили. Дальше что хотели? Ничего, просто предупредил. Не, они тебя нюхали? Не боись. Ну, нюхали, я... да. Нюхали. Предлагали пройти на драйвер? Это что такое? Ну, устройство есть такое. Да, предлагали, я сказал, говорю, не против, если надо, пройдем. Ну, и ты прошел? Нет, они сказали, что не надо. В общем, друзья, такая ситуация, каким-то чудом оказался я в Чугуеве. Увидел, как... Долго полицейским рыжат парня. Ну, в итоге вы видели, что происходит. Они мне пытались что-то объяснить. Сейчас, короче, в общем, пацанюре поеду, помогу, отвезу его, пусть снимет бабки. И что потом?
Тебя нужно будет дотащить или что? Или как? Да не, я тут сейчас по-местному решу весь этот вопрос. Тебе просто нужно снять деньги, да. И чтобы у тебя была какая-то это. Да, наличка. Ну, у меня сейчас карта заблокирована. А как ты будешь снимать бабки? Я же говорю, в банк ехать. А банки не работают? Как это? Работают. Работают? Некоторые отделения банка, да, приват работает. В общем, друзья, мы едем помочь человеку, ну а вы знаете, что делать. Такой маленький ролик был. Надо все-таки людям помогать. Все, пока.